Всем привет! Вот мы и снова встретились. Добро пожаловать в представление героев Mobile Legends. Сегодня мы собираемся представить героя гениальный маг Харли. Харли – один из самых проворных героев-магов в игре. Он использует побег из пространства, чтобы играть со своими врагами. Тем временем он также может использовать смертельную магию и покерные трюки, чтобы нанести серьезный урон одной цели. Пассивный навык. Как мастер магии, его основная атака наносит дополнительный магический урон. Когда Харли собирает много предметов на магический урон, его пассивный навык также становится убийственным. Первый навык. Харли бросает покерные карты перед собой, нанося магический урон. Нельзя нанести больше 3 раз по одному герою. Навык можно использовать в движении. 30% скидка в течение первой недели. Второй навык. Харли мгновенно исчезает, оставляя волшебную шляпу на своем месте, а затем появляется впереди. Снова используйте этот навык, чтобы вернуться к шляпе. Это очень полезный навык, как для убийства, так и для побега. Ульта. Харли кидает во врага огненное кольцо, которое позволяет ему наносить урон врагу, нанося урон огненному кольцу. Враг получает дополнительный урон, когда кольцо исчезает. Вот такой наш Харли. Цена продажи 599 алмазов или 32 тысячи боевых очков. 30% скидка в течение первой недели.